Сообщение от Билли. Беги. Сериал «Беги» у этого шоу остросюжетной мелодрамы про любовников в поезде есть свой серый кардинал. Англичанка Фиби Уоллер-Бридж, создательница культовых сериалов «Убивая Еву» и «Дряни», она же обладательница Эмми, «Золотого глобуса» и премии гильдии актеров, а также славы самой остроумной сценаристки. Все, что выходит при ее участии, остро и парадоксально. И пусть за сюжет на этот раз отвечала ее коллега Вики Джонс, очевидно, что они консультировались друг с другом. А Фиби еще и сыграла одну из второстепенных ролей. Собственно, в чем же парадоксальность истории? Руби, который осточертил быт и рутина, прямо на парковке получает смс-сообщение от своего бывшего любовника с единственным словом «Беги». Сообщение от Билли. Беги. Беги. И да, она бежит, бросает все, опостылевшего мужа, двоих детей, садится на поезд. А все потому, что несколько лет назад они договорились. Мы откладываем все важные дела по одному лишь слову. И это слово «беги». Просто дайте чертов билет! А если другой отвечает тем же словом, значит они должны встретиться на центральном вокзале, сесть в поезд и отправиться в путь через всю страну, от Нью-Йорка до Лос-Анджелеса. Путешествие займет неделю, а там уж они решат, как быть дальше. Руби, в исполнении актрисы Мэрит Уивер, недавно сыгравшая дотошную полицейскую, в сериале «Невероятная», здесь поистине великолепна. Из невзрачной, унылой домохозяйки ее героиня разом превращается в принцессу в бегах, авантюристку с горящими глазами, которая хватает в магазине косметики на вокзале первые попавшиеся помаду и лак для волос, красит губы, взбивает прическу и вуаля, к приключениям готова. Успокойся. А у ее рыжего приключения по имени Билли, актер Доналд Глисон, своя история. Выясняется, что он локальная знаменитость, известный коуч, написавший книжку о том, как быть в восторге от самого себя. Я хотел дать тебе это. Что заставило человека, который учит других быть успешными, сбежать от самого себя, это тоже вопрос. Салонная мелодрама стремительно превращается сначала в абсурдистское роуд-муви, фильм путешествия, а потом и вовсе в заправский триллер, где ни одному из героев нельзя верить, потому что они, очевидно, что-то друг от друга скрывают. Трансформируется даже их амплуа. Если в начале Руби была погрязшей в рутине скучной домохозяйкой, то ближе к финалу перед нами уже королева приключений, в припрыжку несущаяся куда-то по пересеченной местности, пока ее парень еле поспевает за ней. А сам сериал приобретает черты черной комедии. Ваше купе уже готово ко сну. Вы тоже можете отправиться вместе с главными героями в путешествие, которое обещает настоящую любовь и открытие новых возможностей. Дополнительные подробности о сериале «Беги» смотрите в описании к видео.